Педиатры Первой областной клинической больницы отмечают юбилей. Ровно 60 лет назад здесь открылось детское отделение. С тех пор лечат самых тяжелых пациентов. Сегодня врачи принимают поздравления и вспоминают, как все начиналось. На тот момент, 60 лет назад, открытие вообще единственного, да, детского отделения в областной больнице, где оказывалась высокотехнологическая на тот момент и специализированная помощь, действительно было прорывом в оказании медицинской помощи населению региона. Впервые в детском отделении появлялись узкие специалисты, эндокринологи, кардиологи, нефрологи, то есть менялся профиль оказания медицинской помощи. Сегодня у нас двойной праздник. 60 лет детскому отделению и 30 лет консультативному детскому центру. Это действительно два уникальных медицинских, скажем, отделения, где концентрируются самые сложные пациенты, самые тяжелые пациенты, самые-самые.